Ну, то есть ночью. А если же с ночевкой, то можем и вечером выехать, и в обед выехать. А машина где? Погода, в принципе, неплохо. Вот сегодня как бы это... Блин, вот сейчас, как назло, опять облачность появилась. Я живу в Майкудуке. Дмитрий, у вас это где? Вообще не хочу дождя сегодня и завтра не хочу. Я хочу тепло, солнышко и все. Макен сила. ГГГ. Видела? Конечно, видела. Головкина. Он, я в аэропорту работала, к нам приезжал. В Караганду прилетал. Так кто тебя на рыбалку таскает? Ну, во-первых, меня никто не таскает. Я же не предмет, который можно таскать. Езжу с папой, езжу с друзьями. Это я всех зову на рыбалку. Да, где-то там он жил. Евгель. Янгель. Энгель. Николай, ну, конечно. Он сейчас супер популярный. Богатый. Строил себе карьеру. Все дела. Молодец. Ой, борзые эти три семерочки, спасибо. Да, я организатор всех сборов. Просто потому, что когда кто-то другой может, я не могу. У меня такой график интересный, что я могу и попасть на выходные, а могу не попасть на выходные. Авеню вообще, знаешь, терпеть не могу рыбачить. Вот, знаешь, прям вообще терпеть не могу рыбачить. Что это такое вообще, рыбалка какая-то? Так он и по башне получал. Ну, конечно, нормально так получал. Ну, честно, раньше, я скажу, когда он был более молодой, он мне нравился больше, нежели чем сейчас. Я просто его увидела, какой-то бой у него был, и он, ну, не знаю, он завершил бой, там его весь Казахстан поддерживал, а он даже, ну, как бы благодарности никакой не выразил казахстанцам. Мне это вообще не понравилось, типа он зазнался такой вот, такой крутой. И я как-то не знаю, думаю. У кого бой? Ну потому что обычно он всегда был таким прям патриотом, он всегда был таким прям Алга, Казахстан, вы казахстанцы, вы мои, спасибо вам за поддержку, там я вас люблю. Обычно всегда так он говорил. А потом просто вот у него крайний, по-моему, это был бой, и он как-то вообще некрасиво так не выразил никакую поддержку. Там казахстанцы приехали даже куда-то туда. Сибирь, спасибо. Я его не сужу. Это абсолютно лично мое, сугубо мое личное мнение. Там такая просто поддержка у него была.